Привет! Наверняка вы уже видели эту картинку в TikTok. Это то ли номер банковской карты, то ли какой-то серийник, напечатанный особым пиксельным шрифтом, благодаря которому эта картинка стала оптической иллюзией и покорила интернет. Что волшебного в этой картинке? Мы видим число 03 и зеленое пятнышко в левом нижнем углу. А теперь переворачиваем картинку и число превращается в 20. Я верну картинку в исходное положение, можете поставить на паузу и покрутить телефон. Число будет меняться. Меня приколола эта картинка, и я решил разобраться, как работает иллюзия. С нулем все понятно, он овальный. Меняется тройка на двойку. Я увеличил картинку и нарисовал пикселями похожую цифру 3. Сверху у нас просто черточка. Далее тут пиксель, тут, два слитно и здесь последний. Кривовато, но получилась фигура, похожая на тройку. Переворачиваем ее. Ага, двойка. Работает. Покрутив эту картинку часа 4, я понял, что дело в особом пиксельном шрифте, а именно вот в этой части цифры. Когда мы смотрим на нее этой чертой вверх, нам кажется, что тут пустая часть, а тут целая. А если перевернем и черта оказывается снизу, то кажется, что пусто тут, а это целая часть. Что вы по этому поводу думаете? Напишите в комментариях, а также подписывайся и ставь лайк.